Всем здорово! Вы на канале Поршень покинул чат, я Вадик с ТВ, а за мной стоит Audi Quattro 2.8 V-образный мотор. Легендарная Quattro, машина, взятая по низу рынка, будем ее восстанавливать. И не переключайтесь, смотрите до конца, покажем, что мы имеем. Полетели. Итак. Под капотом, как я сказал ранее, находится у нас шестицилиндровый V-образный мотор, 190 сил, коробка автомат. Сейчас мы тут меняем все фильтра, масла, приводим двигатель в более-менее рабочее состояние. ГРМ меняется, немножко тут поработаем по ходовке, по таким минимальным вещам, чтобы машина была на ногах и в хорошем состоянии. Смотрим дальше, что мы купили по низу рынка. Лакокрасочное покрытие. Ну, желает оставить лучшего, или как там говорится, желает лучшего. Тут немножко ржавчики. Тут лак облез, поцарапано. В принципе, особо таких прям сильных дефектов не имеет. Резину уже поставили другую. 215 на 65, радиус 16, по отзывам на форумах сказали, она подойдет, надеемся, что она подойдет, еще вперед не ставили, но возможно будет немножко подтирать, но это не проблема, наш мастер сделает все четко и красиво. Дальше смотрим багажник, багажник стандартный, ничего особенного, грязный, конечно, потому что светлый велюр, светлый материал. Но это дело такое. Тут, в принципе, все работает. У меня тоже была Audi A4. Кстати, обзор будет в описании. Немножко поновее. Ну, как все как в Audi A4. Тут, в принципе, сзади ничего такого интересного у нас нет. Переходим в салон. Салон. Как я вам сказал, пробег у нас 300 тысяч, да? Ладно, задний ряд еще, в принципе, выглядит. На 300 тысяч, окей, но передний ряд, это, ну, это не 300 тысяч, это за полмиллиона. Порепанная, подряпанная, пошовганная, пое. В принципе, ну, я думаю, может быть, полмиллиончика эта машина допроехала. Короче, ну, смотрите, ну что это сиденье, ну это не 300 тысяч, это не 300 тысяч, это за полляма. Сиденье у нас с подогревом, еще не знаем, работает он или не работает, но, по крайней мере, здесь чик-чик-чик есть, можно включить подогрев. Радио стоковое, стандартное, двухзонная клима, подстаканчик работает, ай, та ты что, песня шикарная. Классно. Ну, делали раньше машины. Ну, делали. Качественно, все четко, все красиво. Бардачок. Бардачок даже. Лядь, закрывается. Но это песня. Это песня. Это красиво. Quattro. Легендарная надпись. Бардачок обычный. Ничего такого интересного. Ручничок. В принципе, по низу рынка здесь достаточно неплохо. Здесь, в принципе, все неплохо. Потолок. Потолок у нас... Бля, как это назвать? Это как цирк надули. В цирке тоже так вот надувается. Ну, короче, потолок у нас полная шляпа. Тут, в принципе, ну, это, короче, тут надо все отдавать. Отдавать это тапицеру, который перешьет салончик. Сделает все красиво. Бля, ну потолок это пиздец. Купили такую резину. На 16-е диски оригинальные. Чисто резина под оффроуд. Кстати, о оффроуде. Для чего мы вообще взяли эту машину? Что мы будем с ней делать? Для начала мы поднимем на ней клиренс, чтобы она была немножко повыше, диски, чтобы нормально стояли. И будем тестировать ее сначала на минимальном оффроуде. Посмотрим, что она может, что она нам покажет, какие результаты. А в дальнейшем уже будем засовывать ее в дерьмо посерьезней. Будем засовывать ее уже в преграды посерьезней. В общем, сейчас мы меняем ГРМ, приводим машину в порядок,
Будут еще проставочки вставлены. И будем рассказывать вам все по ходу. Кстати, скажите, как звук, потому что, по-моему, мы нашли проблему у людей, у которых не было звука, либо звук был в одном наушнике. Дайте знать, сейчас все хорошо или нет. Купили мы вот такие вот проставочки. Болтики, проставочки, все у нас имеется. Куда они пойдут? Они пойдут вот сюда. Вот так вот, сюда. Чтобы поднять клиренс выше. То есть сейчас давайте сверху вам покажу, как это плюс-минус будет выглядеть. Вот она идет снизу под этой железкой. То есть удлиняет клиренс. Ну и тут, соответственно, сверху вот так будет болтик. Таких у нас имеется три здесь и три с той стороны. Также мы имеем еще вот такие вот, ну как это сказать, проставочки, переделочки. Они будут вставляться вот сюда, сюда ввариваться в стоечку. Вот это обрезается, с этой стороны сверху приваривается, снизу приваривается. И тем самым увеличиваем длинность, тем самым увеличиваем длину стойки. Также сзади тоже мы решили поднять клиренс путем таких вот проставок металлических. Черный металл. В общем, вставляется оно вот здесь. Такая проставочка сюда. Ряпс. И тем самым поднимаем клиренс. С таких мы имеем две штуки. Одна направо, одна налево. Надеюсь, этого хватит. Ну и когда мы это все дело поставим, обязательно вам покажем, как это выглядит.